Чаги. Че, он на ковре застрял? Давай я спрошу, если что. Вот эти игры. Видите, все это классно управляется. Тримеринг, видите, все классно управляется. Даже задний ход и заносы делают. Ты знаешь, там на соревнованиях по радиоуправлению, по радиоуправляемым моделям участвуют. Ты даже не врезался, а? Смотри, как он делает, ага. Понял? Ну, Гриш, я попробовал, да? Света попробовал, так мы там все стены ошибали. А Гриш вообще ни разу не врелся. Все класс. Гриш не знал, на самом деле, по радиоуправляемым моделям. Поучаствовать в соревнованиях. А ты, Гриш, можешь вот за той стойкой проехать? Какой, за этой? Да, за делать это. Да там больше это. Колеса сколько. Ты знаешь? Во, давай его. А там можно колеса потом, знаешь, протереть там что-нибудь. Ты знаешь, можно это сделать, фигурное вождение. А в следующий раз я хоть другое подарите, да? Угу. У меня сохранится шампунь, я буду помаленечку брать. А ты проедь за стойкой, за кроватью, за кроватью, за стойкой. За мундой? Да. Все классные. Ты Вась только нет, вместе не надо управлять. А я не управляю. Хорошо. Ничего. Просто Гриша хотел поменяться с Денисом. Чем?